Всем привет, друзья, подписчикам, не подписчикам, все, кто будет смотреть. Хорошего настроения вам. Все мы знаем, что взяток пчел зависит от окружающей местности, где растут разные медоносы. Хорошо, когда у вас стоит там, где диких медоносов много, пасека, то вы довольны, меду много, и пчелы довольны. Ну, плохо дело, когда ваша пасека находится или тачок где-то в таком месте, где нету медоносов. Особенно важно отметить хочу медоносы, которые зачастую нужны пчеловодам, это позднее, во второй половине лета, август-сентябрь. Вот, они поздние медоносы, вот, и с середины июля, август-сентябрь, это то, что нужно, чтобы нарастить пчел. Ну, естественно, если они пчелы принесут еще и медок, то пчеловод очень довольный, ему не надо ни подкармливать, ничего делать. И сегодня я зачитаю медонос позднего взятка, называется. Отчиток кабардинский. Отчиток. Я это подпишу в видео, вы можете посмотреть. Я думаю, вы знаете, где находится Кабардино-Балкария. Вот, там можно найти эти семена. И здесь написано, где они растут и как их посадить. Это многолетнее растение, очень такое, знаете, сейчас буду зачитывать, оно неприхотливое, растет и на камнях, и такой каменистой почве, засухоустойчивое. Ну, что интересно, постоянно выделяет нектар. Вот, и в жару, и в дождь, и, короче, очень качественное растение. Хочу вам зачитать, пожалуйста, обратите внимание, размножается семенами и размножается корешками. То есть, если вы достанете семена и посадите, то потом вы это растение можете размножать корешками, и оно очень быстро растет. Но сначала семенами можно немножко поработать. Одной из важных задач пчеловодов является заполнение беззяточных периодов и усиление слабого взятка, что ведет к созданию более благоприятных условий для развития пчелиных семей и накопления ими больших медовых запасов. Такими промежутками, как в природе отсутствует, когда в природе отсутствует взяток, являются поздние летние и ранние осенние периоды. Вот. То есть, как я уже сказал, август и сентябрь, октябрь. Именно в это время в природе наблюдается недостаток цветущих растений. Пчелы остаются без корма, расходуют запасы, собранные при более благоприятных условиях. Одним из растений, цветущих в этот период, является отчиток кабардинский. В кавычках написано «заячья капуста». В отличие от многих других медоносов, он цветет относительно поздно. Так, в условиях Харьковской области на Украине он зацветает во второй половине августа и цветет до конца октября. Ну, как я вам и говорил, очень приятно. 2 месяца осени и половина августа. То есть в среднем 44 дня. Кроме того, он выделяет нектар и в очень жаркие августовские дни. И при относительно низкой температуре в сентябре и октябре. Пчелы посещают цветки отчитка кабардинского, начиная с утра и до конца дня. Почему я и выявил эту статейку и решил с вами поделиться. Очень качественное растение, возьмите во внимание, с утра и до конца дня, и в любую погоду. Это служит явным доказательством непрерывного нектаровыделения. Интересно, это растение и тем, что оно устойчиво против самых неблагоприятных условий зимы. То есть, если зима очень нехорошая, холодная, морозная. Отчиток кабардинский – многолетнее растение из семейства толстянковых. В диком состоянии он распространен в юго-восточных районах европейской части СССР. Особенно много его в степной и лесостепной зонах Кабарды. Отчиток можно вводить в культуру, выращивая на малоплодородных, непригодных для культуры каменистых и щебенистых почвах. С другой стороны, как многолетнее засухоустойчивое растение, он не требует ежегодного посева. И на одном и том же месте может произрастать по нескольку лет подряд. Посаженный на расстоянии 40-50 сантиметров, отчиток через 2 года настолько разрастается, что дает сплошную полностью сомкнутую заросель. Высоту он достигает 70 сантиметров. Его мощные корневища имеют утолщение в виде продолговатых клубней.
Листья сильно мясистые, соцветие щитоковидно метельчатое, с боковыми ветвями. На одном стебле в соцветии насчитывается до 600 цветков. Семена мелкие, около 0,5 мм длины. Яйцевидные, бурые. Высевать их следует осенью или ранней весной. Медоносные свойства очитка очень хорошие. По данным Каневского заповедника Киевской области, пасека его в количестве 35 семей пчел была однажды перевезена 1 сентября в пойму реки Днепра, где произрастало большое количество очитка. Весь контрольного улья за сентябрь увеличился там на 10,5 килограмм. В следующем году пчелиные семьи той же пасеки собрали по 7-8 килограмм меда в течение месяца. По опыту украинской станции пчеловодства за ряд лет 1 гектар цветущего очитка кабардинского может дать меда до 131 килограмм с гектара. Ввиду трудностей культивирования этого растения семенами, которые очень мелкие и в массе напоминают порошок, украинская станция пчеловодства в 1956 году поставила ряд опытов по испытанию размножения очитка. Тут они описывают, как они семенами заделывали, вот, как семена прорастали, я не буду много зачитывать, но лучше всего прорастают они на открытой местности, написано. Вот я немножко зачитаю, чтобы нам понятно было. Вот. Ну, тут говорит, растения, выросшие из семян, достигали высоту 1-2 сантиметров первый год, а на второй год до 70. Закладка цветочных бутонов на них за весь вегетационный период не наблюдалась. Это в первый год. На второй год она укореняется и растет уже с бутонами. Осенью 55-го года было заложено опыт размножения очитка корневищами. Для этого выкапывали целые кусты, переносили на новое место. Другую часть кустов делили на меньшие части, сажали на новом месте. Растения пересажены целыми кустами, также высажены делением кустов на части при проверке всех экземпляров. Несмотря на неблагоприятные условия зимы, уцелели, показав хорошую морозоустойчивость. Массовые всходы появились 3 апреля 56 года. То есть в 55 году их рассадили, и весной, и осенью можно рассаживать. И зиму перезимовали хорошо. И дали всходы прекрасные. Весной 56 года также провели пересадку очитка целыми кустами, делением кустов на части в разных местах, на склоне, на лугу, в лесу. За развитием растений по всем вариантам опытов были проведены наблюдения. Вот. То есть во всех ситуациях в поле, на склоне, в лугу, в лесу показала самые лучшие результаты нектара давали растения, которые росли в поле. На склоне давали чуть-чуть меньше. Вот я покажу вам данные сахара 207,7 килограмма на гектар в поле давали. На склоне горы 115, в два раза меньше. На лугу, ну там где травы много, 30,7 килограмма на гектар, в лесу 23,8 килограмма. То есть самая лучшая местность, это, конечно, в поле, но если у вас там склоны, луг, там тоже можно садить. Оказалось, что сроки посадки корневищ не отразились на сроках зацветения. То есть, когда вы их пересадили, он зацветает все равно в свое время. В полевых условиях очиток был посажен осенью в 55 году, а на склоне 17 мая 56 года. Зацвели растения в обоих случаях в один день. И осенью посадили, и весной, но зацвели они вовремя. На лугу наличие повышенного количества влаги в почве отодвинуло срок цветения на 3 дня. В лесу при наличии большого количества влаги и затенения растений цветение наступило позднее на 13 дней. То есть это очень много качественно дает развитие вам взятков. То есть если началось позже, то и позже заканчивается. По запасу меда на 1 гектар очиток, растущий в полевых условиях, дал наибольшие данные. Я уже прочитал в таблице. Вот. В результате опыта мы выявили, что при размножении очитка семенами следует его высевать на низких местах во влажную почву. Заделывать семена в почву, я буду уже заканчивать, тут немножко осталось, не следует ввиду их малой величины, а лучше после посева прикрыть их тонким слоем песка или присыпать хорошо перепревшим измельченным перегноем
сыпцом, слоем до 10 мм, 1 сантиметр, очень маленько. Пересадку целыми кустами и делениями их можно проводить с ранней весны до осени включительно. При посадке целыми стеблями или частями стеблей необходимо листья удалять из той части стебля, которую заделываете в почву. То есть можно даже стеблями сажать, только листья обрывать, и которые в почву. А снаружи они не говорят, что обливать. Посадку обрывать. Посадку стеблей можно производить начиная с весны и до осени. До сентября месяца во влажную почву. Стебли для посадки надо брать молодые, пока они еще не прекратили рост. А чуток богат витаминами А и С, по-русски С, и может быть использован в пищу. Молодые листья верхушки побегов можно употреблять в свежем виде, как салат. Листостебельная масса от чутка хорошо поедается утками. Итак, друзья, одна тема. Очень интересная, я считаю, что очень важная тема, потому что если вы рядом посадите такой поздний медонос, то вам не надо будет тратить сахарок, не надо будет нервы тратить, ну 10-12 килограмм, если семья принесла, то это прекрасно. И не знаю, как по качеству, тут не написано, что это падевый мед, потому что он написано выделяется хороший мед. Итак, до встречи, ждем ваших вопросов, комментариев. Подписывайтесь, ставьте лайки. До следующего видео.